Да пиздец, у него одни отмазы. Ебать, блять! Сука, хуй так лагает, я бы сейчас умер, блять. И шаки будет слышно, блять. Нахуй, ебаный пиздец, нахуй, ёпта. И, блять, потом еще тест выложу в группу, ага. Сейчас надо тебя пиздануть и выложу в группу где-то. Слушайте историю Томми Версетти. Так, Томми Версетти, главный герой GTA Vice City, работал в Liberty City. Так, всё. Не работал в Liberty City, он сидел там. Тут написано, работал в Liberty City на босса итальянской мафии Сони Форелли, по вине которого оказался в тюрьме на 15 лет. Это да. О жизни Томми до начала работы на семью Форелли известно немного, его отец трудился на типографии. Все. А нет. В результате в 1971 году в Сони Форелли поручил ему одно убийство в районе Харвуд. Но жертва, всем очевидно, была... Бля, что ты, зачем ты это читаешь? Все знают. Все знают, уже давно все прошли, я не знаю. А? Ну, блядь. Ну ладно. Зачем ты Накса расстроил? Да Накс теперь сейчас больше расстроится, потому что он узнает, что он теперь не может кататься по рельсам, потому что я рельсы смотрю. И он... В смысле? Да он так и не накрутит свой час. Блять, что с миром стало? Че такое? Че с рельсами? Что с рельсами? Это был я. А, нет, все работает. Там сервак лагает, у меня рельсы, прикиньте, с пути ушли. Это я тебе сделал так. Ты офигел, что ли? Наркоман. Наркоман. Не час остался. Что с миром? Гикс тебя наркоманом позвали. Кран. Кран, блядь. Кстати, я... Там кто-то вышел же из группы Мэдди Сервера. Я все думал, там кто-то присоединится, а там уже 605 человек. А было 606. Даже Мэдисон... Я ушел. Мэдисон уже... Не, ты... Ты в руководстве остался. Да, как я там в руководстве остался, если... Меня оттуда выперли, и слава богу. Нет. Из Мэдди Сервера. А, Мэдди Сервер. Так я про Мэдди Сервер группу. Я-то думал, а не про Мэдисон. Группа Мэдисон. Давайте поиграем в КС попозже. Может поиграть. Да ладно, Гикс! Бля, пиздец! Гикс согласился. Сам Гикс согласился, да? Охуеть, бля, пиздец. Сука. Он сейчас фапнет. Сейчас фапнет. Не, дом Антонов точно, это Ванамас, для Ванамаса. Антон Ванамас. Сто пудов вообще. Он выглядит реально бомжатский такой. Блядь, пиздец. Ну что, ты проверил, ну, ты с камерой? Прикольно. Да я сейчас проверяю. Ну и что, работает? Да вот пока вроде пишет, не знаю, сколько времени. Может, она тоже будет каждые 5 минут. Блядь, сука, тоже снег пошел. Тоже снег. Блядь, только железо нашел. Тут сразу же. А ты что, туннель что ли? Ну, блин, ну иди посмотри. Ну иди пиздани, только ты все равно до меня не доберешься. А Гикс, слышишь, тоже это? Не, Гикс, ты просто посмотри, где я нахожусь. Может, не, там, я да. Просто твой дом буду шатачить. Нет, да я рядом с своим домом, не надо. Давай, вообще не надо. Сломай мою шапочку, лишний сдам. Бля, ну, вот иди ко мне, иди спускайся ко мне. Так все-таки какие скины будут, бля? Давайте из GTA. А да, нам хватит всех героев из GTA, сколько нас всего будет людей? Руни, Топик, Накс, Гикс, я, Лепшок, 6, кто там еще? Ну, а GTA вышло 4 части. Это ж надо нас еще дополнительно. Подожди, Клод, Томми, Си-Джей, Нико, Райдер, Биг Смоук, допустим. Вот так, или там Роман. Вот этот, который. Да, попустил так не спалево. Бля, что он толстый, я потом почему пропустил его. Да ладно, ты кэп, окей. Я кэп, да. Ты будешь у нас Петрович. Давай, блядь, слышь, ты спускайся. Я тебя уничтожу. Сейчас тебе этот палку железную в этот из пипца. Вы меня все равно на видео будете попускать, поэтому дайте я сейчас отыграюсь. Сука, уйди от меня нахуй. Блять, у меня пипец. Слышь, идите сюда. А что она без. Подожди, она без рельса едет, как так? Вот. Я об этом говорю. Наркоманская. Все себе, ладно, я пошел отсюда. Только ко мне не иди, ты мне. Только ко мне в дом именно не иди. Во двор. У меня там секретный опыт и нацист. Я нашел легендарную комнату.
Блять, вот что, вот сейчас. Сделай рельсу, блин. А, так у тебя рельсы осталось. Так я не могу. Я же еще. Да ладно, блин, доиграешь. Гик, спускайся ко мне. Подожди. Я тебе стрелу сбил. Ты меня что ли делаешь? Топ-так. Наверное, еще и зафоткался. Нет, я зафот. А, я зафоткал. На него уже. Мели. Да тебе видишь, ты сам я вижу, не заливай искренне, блядь. А сам ни хрена не заливаю. Лети. Слушай, я знаешь, сколько заливаю уже, блин? Я уже, блин, давно заливаю скрин. Да, заливаю. Смотри в первом альбоме в Майнкрафте, кто что заливал. Тут еще около мельницы, что ли, тоже криперы подорвались, я вижу. Причем так нехило. Возможно. А что там? Скаис, геоматика, да? Насрать на эту мельницу вообще, честно, не? То, что есть она, что нет, чука разница. Так, сейчас приду. Надо поссать. Лучше арбузы надо выращивать. Надо было написать не Накс и чё, а Левшок и чё. Потому что это его. Разом. Чё? Ну так-то я писал. Так я же писал. Так сюда. Надо было самому писать, ну что написать. А типа его цитата? Ты просто авторские права, блядь, нарушаешь. Ты же авторские права нарушаешь. А кто рельсы сломал? Ну чё за... Нахрена вы всё это делаете, а? Ну чё за импантейство? Пока чего, где? Вот, в метро, рельсы просто. Отсутствие. Это Руни взял, блядь. Нахрена он их взял? Ну чтобы покататься у Лепшока дома. Блядь, и вагонетки все спиздили. Ну пиздец. Кроссовки. Папины кроссовки. Надо так еще посмотреть, что еще скорость разрушится. Тут одни атомные взрывы. Отважный динамит. И чё? Поэтому надо точно собирать все монады в 1.8. Идти еще скорость. Я тоже, наверное, я тоже, наверное, в другое место пойду, если честно. Не хочу здесь жить. Хочу в другой какой-нибудь место. Из-за вас, суки. Давай спускайся ко мне, обмудок. Так где ты? Сейчас я тебя уебу, блять. Во двор ко мне спускайся. Ты там увидишь, что я там копаю. Для тебя могилу. Тут их студит, будут твои похороны. Проходите. Ой. Телефон звонит. Хуя себе песни, блять. Четкая. Долбоевская. Это из этого, блядь. Ну погоди там, когда он на машине, блядь, волк катался, нахуй. Ебанат, что ли? Алло, блядь. Блядь. Пока я тут плясал уже. Кто звонил? Да хуй знает. Че, не определился номер, что ли? Да нет, это незнакомый какой-то номер. Поклонник. Ну, блядь. Да по-любому. Ну, позвони, перезвони, чё-то. Да, ну, сейчас сами перезвонит. А может быть, это позвонил тебе, блядь, Путин? А может, это Лавок позвонил. Ну, а вот, чё, я в шахтах, я тебя не вижу нихуя, я хочу тебя пизнуть. Давай, иди ко мне во двор, какой шахты? А, окей. Во двор, какой шахты ты, блядь, окей. Не понял? Какую шахту, не понял? Так ты же в шахте был. Какую? В какой? А хуй знает, ты сказал, что в шахте. Да, какой шахте? Как? Блять, иди, короче, я вот около дома, где ты? Да ты увидишь там такую большую дыру. Где? У тебя дома, что ли? Около дома. Просто походи, посмотри в это во дворе дома, где тростник растет. А, ебать! А. Да иди ты нахуй. А хотя спускайся. Нет. Спускайся. Ты смотри. Блять, пид, ебанат! Бля, я тебя убил, прикол. Ты выжил, я тебя убил. Да, я тебя еще и пнуть успел. Я тебя напну, блять, куда я падаю? Сука, ты просто. Сука, ты просто. Ой. Ты дурак, ты просто не понимаешь, ты сейчас прыгнул, я бы сейчас упал, если бы на shift не нажал.
Я все равно хочу тебе сейчас, блять, ёбнуть. Что с миром происходит, алло? А, во. И я твою собачку за то, что убил мою. Это охуел, блять. Сука, иди нахуй. Ты ж ты, блять. Ай, сука! Блять, дуридурок тупой! Ты что, упал, что ли? Сука, дебил, блять. Я это сделал. Блять, ты не представляешь, что я просрал сейчас? Сука. Обмудок, блять, я если лестницу просрал, то тупой. Иди в жопу, блять. Ай, сука, не бей меня. Я пойду твоих собачек бить. Тварь ебаная, блять. И сука, иди возвращайся за ними, блять. Иди нахуй. Ты, блять, не понимаешь, что я там дохуя просто вещей просрал, блять. Мне похуй. Твоя собачка сейчас попустится. А она попустилась с одного удара. А, нет, вот она. На нахуй, блять, мудак ебучий. Придурок, пиздец, что мне делать сейчас, блять? Иди вниз, ё-мать, что тебе еще делать? Как тебе вниз, блять, пойду, придурок? Ни хрена ты так копаешь, как, не знаю, как по идиоту. Слушай, я там жить буду, потому что, блять, я тупой. Ну, живи. Бля, почему я дальше не могу пройти, блять, помешай, что-то. 102 шекеля. Пиздец. И как мне, блять, теперь попасть туда? Не знаю, твои проблемы. Сука. А, вот, вот так, скорее всего. А я смоюсь. Е, выжил, блядь. Я выжил при падении. Я ушел. Куда ты, блядь, ушел, пидорас? Я тебе пизды дам, блядь. Я тебе пизды дам, мне похуй. Слышишь, чему я тебе говорю, блядь? Я на спавне, я на спавне. Да и мне похуй, я тебя уйду. Я сейчас... Да что такое? А вот теперь загружать да не собрался. Да у меня что-то половину блока. Это у тебя, потому что у тебя компьютер, блядь, говно, наверное. Да вообще. Наверное, на лапка компьютере играешь, вот почему, блядь. Где Накс-то вообще? Кто его знает? Почему у меня тёлочки на Аве? Слышишь, у меня тёлочки на Аве. Заметил? Где? Какого хуя моя собака, блядь, за мной пошла? В пещеру. Пиздец, нахуй мне здесь нужно. Фу, слава богу, я за своими вещами вернулся, я жив. Икс, я жив. Да, мир, это похер, я лучше ты бы сдох, ты что с миром стал? Так я вернулся же. Я не рип, как всегда. Теперь я буду мстить тебе, блядь. Эй, блядь, что за херня? Ты нажал! Я троллю. Сука, сейчас закинет тролля. Не надо, у меня и так просто местность сейчас там открыта. Я возьму лопату и уничтожу кактусы, на котором ты будешь стоять, сука. Понял? Какие кактусы? Не понял, какие кактусы. Да что с... Я не буду на каких кактусах стоять. О, так Антон вот кого научился. Кого? По полу кровати, полу хуй пойми что. Ну, кого? А это, ну, где вот этот... Портальная штука находится. Вот она, да, наконец-то поступил. Там под ним портал ладно. А ты его хвалил. Ну, блядь, я-то думал, что он дохуя умный у нас. Он дохуя тупой. Сука, ты взял, попустил, сейчас мы убрать у него. Хотя мы так и любим пропускаем. Тебе можно. Тогда типа вообще да похуй на него. Mm-hmm. Кто он такой вообще? Ты знаешь человека под ником Just Stop? Угу. Знаешь, варпал. Айдичка, варпал в рот ебалов. Сука, на земле прям подавал. В рот попускалов, ёб. Так это я придумал. В рот попускалов? Да. Нет, я только сейчас придумал. И в рот попалов? Не, в рот попускалов. Почему, блядь, Гикс, блядь? Гикс, ты плохо играешь в футбол. Я помню твое видео, где Озон на воротах стоял. Только не говори, что ты был пьяный. Только не говори, что ты был пьяный, не говори! Я сказал, ты посмотри лучше другой матч, где мы на маленьком поле играли. Там я забивал много. Конечно, ты будешь маленькое поле, ёп. А на большом, блядь, а я чё тебе, не знаю, Аршавин, что ли, дохуя? Да, ты гикс дохуя. Гикс дохуя. Райан, сейчас я тебя опять попущу, блядь, сука. Давай, блядь, у меня меч алмазный с собой, блядь. А у меня алмазная кирка, блядь, я не хочу туда. Нихуя, собака теперь к тебе пошла. Ну вот тебе пиздец будет еще. Нахрена ты это вообще сделал? Надо так. Надо. Надо зарыть. Я там жить буду, я ж когда там жить буду, что здесь непонятно. Зарыть. Чего? Зарыть.
Кого? Не надо. Или слушай, мне темно, мне темно будет, блядь, мне и так сейчас, блядь, не светло. Окей, 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 ладно. Я не буду тебя. Вот сейчас по-любому же сделать. Сейчас гравий, блядь, какой... Не, гравий, ну, не сделать, он такой тупой. Ну-ка я себе пока здание посмотрю, какое можно сделать. Я ничего не буду сейчас тебе делать. Сука, иди отсюда! Да не надо, что ты делаешь? Че, ты дурак, что ли? Ты дебил? Придурок. Че сделал? Блять, пан, что мне делать-то, блядь? Да все, я взял лаву, она сейчас должна исчезнуть. Че сделал-то? Я лавы залил ему все. Лол. Она опять она... Вот. Я вижу, сейчас до тебя дойдет лава. Спасайся! Прорубай, блядь, не знаю, вовнутрь, что ли. Твоя собачка пиздец. Я... Сука, уверен. Не, да, блядь, ты что делал? Да не убрал, она текет, дурак. Я ее убрал. Она все больше и больше текет, дебил. Сука, бля, я сейчас тебя спасу, братюня. Прости меня, прости. Собака, собака за мной пойдет. Сейчас я водой залью. Fire, fire. Там обсидиан будет, тупой ублюдок. Ну похуй, обсидиан, это ж прикольно. Я тебя ненавижу. Сейчас еще и за TNT. Собак, пёсик, ко мне, я выжил, мы с псом выжили. А я, кстати, с псом выжил. Булыжник стало. Гикс, мы с псом выжили. Окей. Убирай как хочешь, слышишь, ты, ублюдок. Тут собака меня толкает. Меня собака толкает моя. Сука, какого хуя она не убирается, ты ебаная лава. Блядь, придурок. Сука, извини, я нечаянно. Идиот, ты ненавидишь. Блять. Слушай, вот, придурок, все, при... Ну, ком... А, нет, не собака горит, блять, придурок, как ее тушить теперь? Я собаку тушу, я собаку потушил. Почему? Почему это все со мной происходит? Фу, собаку потушил, слава. Блять, хули, вот реально, лава, она не хочет вообще просто... И чё, делай, чё хочешь, слышь ты, блять, тупой. Ладно, ладно, не попускай меня, я виноват. Слушай, блять, пидор. Все, а вот его убрал. Вроде бы, блядь, нихуя ты не убрал, блядь, дурак. Ну вот. Да не убрал ты, дурачок. Внизу, что ли, у тебя еще? Какой внизу? Ааа, сука, блядь! Yes! Блядь, а что мне делать? Ты понимаешь, ты сейчас что делаешь? Ты просто, ты не понимаешь, что хочешь сейчас, то и делать. Ты можешь мой лут подобрать, у меня там... Ведра с лавами, вода. Блядь, передо мной лава, прям передо мной. Она меня просто вот окружает. Я просто сейчас иду прямо, и тут лава. У меня нет выхода. Сука, блин, как? Ну, я скрины выложу, посмотришь. Вот что делать, вот что хочешь, то и делать. Слушай, блядь, я не знаю, что ты. Я сейчас ведро возьму и... Блядь, да что ж такое-то? Алло. Алло, алло. Алло. Да нет, я в том плане, что у меня сервер сейчас... Нихуя дергает меня. Пиздец, ты мудил. Блядь. Дергает. Да ладно тебе, что ты? Да, как, да ладно, блядь, конечно, ж моя собака чуть не погибла, я ее еле потушил, блядь. Я не знаю, как, не знаю, блядь. Хнычу. Делай, что хочешь, убирай сейчас, лаву. Сейчас я все уберу. Не... Слушай, не, я сейчас, вот, я не знаю, сейчас, я просто сейчас прямо пойду, у меня лава здесь все, блин, будет. Я иду, я сейчас ведра делаю, чтобы брать твою ебаную лаву, не плачь. Мою ебаную лаву, заебись. Не плачь. Мою ебаную лаву. Твою? Ты меня заставил, меня вынудил просто. Сука, блядь, она птекет опять по мне. Что это войдет в историю? В историю? Чего это войдет в историю? Пиздец, блядь, дурак. Все, сейчас я иду с дохуя ведрами убирать эту лаву. Давай. Если я, конечно, не сдохну, блядь. Блин, тут прям передо мной прям лава текает просто. Блин, пипец. Вот сделал проблем себе. Ну я люблю просто проблемы создавать себе. Ну, вот и вот теперь это, люби их решать. Люблю. Я же портал прошел. Да, это проблема. Вот я сейчас вот. Ой, блять, я чуть опять не ёбнулся в лаву. Сука, собака умерла, блять. Ну а ты мою собаку убил, теперь. Слушай, блять, ну. Нехрен было её поршнями зажимать. Сука, она текет прям ко мне лава. Да все, сейчас уберу, я уже спускаюсь. Не плачь, ёпта, чё ты как баба. Конечно, чё я как баба, блять. Я тут, блять, перед смертью, блядь, своими вещами сейчас все проебу. Да похуй на твои вещи, ё-моё. Блять. Ебан. Хули эта лава не хочет исчезать, блядь, я вообще в душе.
Сука, блядь. Все, иду к тебе, иду. Я иду на помощь. Чип и Дейл, блядь. Чип и Дейл, блядь. Ублюдок. Так, окей. Лава. Лава, иди нахуй. Я не знаю, почему она не остановилась. Какого хера, точнее. Забрось, короче, эту шахту, она тебе не нужна, я уверен. Слушай, ты что, дурак, что ли? Я тут старался не знаю сколько, блин. И ты так говоришь, забрось эту шахту, ёп. Старался, блин. Было бы на чем тут стараться. Ай-яй-яй-яй-яй, давай. Ты там еще не рип? Нет, блядь, я еле жив. Я уж как-то, да, Гуфа позвать. Гуф-то тут при чем? Блять, сука, все, мне пизда. Да держись. Все, она растекается. Сука, что ж, зачем ты? Я же иду к тебе, а ты там какую-то хуйню страдаешь. Блять, она растеклась. Сука, это охуенное видео получится. Смешнявка, ёпта. Горю, сука. Причем здесь горю? Ну помню, что видел. Арин, сука. Не помню. Еще Накс там кричал. Накс, ты как там? На катке? Бля, я ее сгорю. Ааа, сука. Че говоришь? А я уже забыл что-то там. Алло. Че? Я что-то хотел сказать и забыл. Потому что я что-то понял. Сука, пиздец, лавы, блять. Вот какого хуя она так растекается, а? Я же взял ее и... Не взял, а она не взял. А ты ее там формируй там? Я уже до самого низа дошел, наверное. Блядь, да нихуя, мне еще тут идти и идти, блин. Тинти. Блин, вот это круто. Короче, понятно. Я сейчас ломаю землю, мне просто лава растекет еще дальше. Блядь. Мне просто сейчас нет. Я иду. Ты уже знаешь, сколько идешь, блин? А я дойду. Вот это прикольное это здание, как белый дом, прям. Сука, она заебала растекаться, нахуй. Давай фрапсов ее уже. Да сейчас надо завершить это эпическое спасение. 9-1-1, сука. А то музыку такую подставь. Угу. Все, идут. Нихуя, блин, главы это. Во, Гикс, я тебя вижу. Все, а ставь где? Булыжниками. У меня нет булыжников. Дофига булыжников. Так, я пойду посмотреть, мой лут не остался. А чё он не за мной ходит? Не знаю, скажи ему, чтобы не ходил за мной. А чё он мне не нравится. Ну, сейчас ходишь? Не знаю. Давай его позовем, что ли? Нафиг он нужен? Да ладно. С ним никто не дружит здесь. Да он всех попускает. Никто не хочет, никто его не любит. Твоего брата никто не любит. Чё, ты всё потушил? Да вы где, ребята? Да в моей что шахте ты? Уже, блядь. А ты где? Ты уже трудно назвать шахты вообще. Пипец, что ты наделал, а, урод? Я так, если я честно не знаю, где у тебя дом. Если честно. Да все равно какой толк сюда идти, блядь, здесь все равно ничего нету такого. Здесь лава, ай! Ой, дурак! Если меня сейчас огонь не убьет... То чё? То у меня останется одно сердечко, я опять зарежь пусть гетто. Вот он дурак, мне осталось полчаса. Ты, блин, пропиши ему в скайпе, что он дегерит-то. Вы чё себе позволяете? Да он сам знает, что он дегерит. Ты чё Накса попускаешь? У него одно сердечко осталось. Не попускай меня! Лучше спой TNT, у тебя это лучше получается. У него? Иди TNT! Ё-моё, в лаву потекла. Нет, не потекла. Так. В лава? Ладно, на это такая лава. Эпическое приключение, думаю, надо пора завершать. Уже давно пора завершать. Я съебываю, всё, пока!